Салют, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это The Evil Within. Мы продолжаем. Вторая часть. Собственно, вторая серия и вторая часть игры. Ну что, тут какой-то, короче, хер ходит, убивает и фоткает. Я даже не знаю, какой-то фотограф, если так можно выразиться. Такие вещи вытворяет, вообще с ума сойти. А самое, знаете ли, что такое мрачное и омрачающее в этих обстоятельствах, так это то, что у меня ни хрена оружия нету. Выносливость быстро кончается. И, увы и ах. Так, ну тут единственная открытая дверь, наверное, сюда нам надо, да? Ага, действуем. Нормально. Главное, волына, вон, смотрите, наверняка есть, да? Ну-ка, стойте. Что-то я не пойму. У него там пусто, что ли? А где пистолеты? У него нету их ни хрена. А, постойте, так это не это? Или чё? Это же кобура, да, у него? Ну, сука, камера, ёп! Да нахрена я рожу-то эту буду рассматривать? Слушайте, нет, по-моему, кобура пустая у него. Да, пустая. Нету пистолета. Свистнул кто-то! Обалдеть просто. О, кровище идет. Отсюда, видимо, чужой выбрался. Так, контрол прыгнуться, разумеется. О, надо свет... Бля... Угу. Блин, у него обалденная реакция, просто. Он реально полубухой зашел в Steam. Так, ну смотрите, в общем, тут Альтаир. Блин, это ассасины какие-то. А еще тени-то, смотрите, как, да? Этих теней больше пугаешься. Мне кажется, или их как будто кто-то двигает. Глаз. Ебастос, тупик. О, камера. Что-то немноговато ли... Бляха-муха, вы гляньте, тут все меняется. О, дверца. Ну-ка, стоять. Ой, блядь! Черт. Что это было? Он нас встретил. Че, мы тоже сдохли, что ли? Все зациклено будет. А смотрите, ничего и нету, да? Как бы что-то и было, а теперь ни хрена нету. О! Фотоаппарат. Наше фото! Так. Он чем-то на росомаху похож. Так. Ой. Твою мать! Блять! Это что за дичь такая? Это из этого, что ли, вылезло? Да. Короче, пора сваливать, походу. А смотрите, выносливость как бы долго уходит. Ну, жить захочешь, как говорится. Давай, 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 давай. Так. Так. Давай, беги! Я в ловушке. Нет, не в ловушке. Не в ловушке. Быстрее ты ползи, дурак! Там открылось! О! Слава богу! Ох! Что это за хрень? Чувак, у меня те же самые вопросы! Хотя у меня, в принципе, такой вопрос возник... Блин! Бляха-муха! Черт, а? Дичь какая, а? Обалдеть просто. Вылезла какая-то многоголовая херь. О, не хочется мне спускаться. Но, видимо, придется. Так, кажется, оторвался. Ага, по полной, я бы сказал. Так. Да ты твой пиздец. Сваливай.
Ага, давай, 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 давай. Ой! Ёпта! Чёрт, а! Тихо! Сражайся! Ой, нормально! Господи, какая мерзость! О, нож! Ничего себе! Вот это тут лютая херь творится. Если бы Ди Каприо в такой заднице оказался бы, фильм бы смотрелся еще интереснее. Начало. Что за хрень тут творится? Да действительно. Просто караул какой-то. О, автовосстановление здоровья. Когда уровень вашего здоровья падает до критического, шкала здоровья становится красной. В этом случае здоровье автоматически немного восстановится. До определенного значения. Восстановление пойдет быстрее, если вы будете неподвижны, поэтому постарайтесь найти укрытие, где можно спрятаться и восстановить здоровье. Так. О, ну, более-менее. Только жалко, дальше не восстанавливается. Может быть, аптека есть какая-нибудь? Куда меня занесло? В The Evil Within 2. В унитазах ничего нету. Ну где там эти? Более утоляющие или что? Вон это, выпивка какая-то. О, шприцы. Неизвестно, что за лекарства в этих шприцах, но они частично восстанавливают здоровье. Главное, говорит, неизвестно. О, среднюю кнопку мыши. О, так вот как. Япона, мать. Так. Ага. А, надо один раз нажать. И как бы все, да? Так. И чё? Ну, применить. Нормально. Так, о, стоп. А, это открыть предлагаете. А тут что у нас? Должно же быть что-то полезное. О! Дневник в заброшенном доме. Так, последняя запись. Мне только что звонили. Теперь я... знаю причину всего того дерьма, что творится здесь в последние дни. Это худший из возможных сценариев, но, по крайней мере, мне больше не надо притворяться. Те существа — это обратившиеся, их уже поздно спасать. Ох, господи, какие-то обратившиеся. Вот как их величать, оказывается. Да, о! Так... О, а, ну смотрите, тап работает. Главное, до этого не работало, теперь работает. Ничего себе. Инвентарь, компоненты, ключевые предметы, болты. Фото другой жертвы. Обучение, укрытие, автовосстановление, слайды. Так. Ага, для скрытых убийств и взлома закрытых дверей. И боеприпасы не нужны. Так. А ну-ка тогда... Ай, бляха-муха. Чё он-то у меня все время выбирается? А где нож? А, он уже выбран. На, нахрен. Ну смотрите, уже прогресс, так сказать. Что такое? О, пистолет! Блин, обалдеть! Не раньше попался. Действительно. Только я подумал, сейчас с ножом будем резать тут всех бегать. Может, и на тебе пистолет. Место. Может. Леди, надеюсь, ты здесь.
Так, эта фотография, я думал, она сгорела при пожаре. Помню, как мы сделали этот снимок, от Лили пахло сахарной ватой. Мира была еще красивее, чем обычно. «Я люблю тебя, папа», написано. Да. Во что же я впутался? Кидман. Себастьян, где ты был? Мы потеряли тебя. Без понятия. Но это ни хрена не мирный городок. Здесь творится что-то неладное, Кидман. Бейкер мертв. Вокруг бродит убийца. И все это очень напоминает то, что происходило в маяке. Во что ты меня втравила на этот раз? Я не знаю. Нам ничего не известно. Бейкер был командиром группы. Если он погиб, страшно подумать, что с остальными. Продолжай поиски. Чем больше я узнаю, тем лучше смогу помочь. Да, конечно. Так, а каким образом выбирать-то? Ага. А Валену как? Смотрите, то есть, если левой кнопкой мыши, то он сразу это... Блин, это как он так получается, меняет быстро, да? То есть нож по умолчанию это левая кнопка мыши, если без прицеливания атаковать. Ну обалдеть, а чё он так светится? Трава с лечебными свойствами. О, тут еще и крафт есть, да? Ну, сейчас будем тут еще и крафтить. Обалдеть просто. Намутим травы. И пребывание в стиме окажется чуточку ярче. Надо травки понасобирать. Ой, 6 пуль всего, ёшкин кот. Особо не постреляешь. Может быть, лучше только на ближку пока идти. Либо стараться, как там было написано, делать тихие убийства. Нож же для этого приспособлен. А ну-ка, что здесь? Ой, там мухи. Ох, бедный сукин сын. Бросили здесь гнить. Бляха-муха. Ну что, там у тебя есть что-нибудь? Блин, что, ничего нету, что ли? Нет ни хрена. Ну ладно. Нет так нет, а что, я тут тоже могу пройти? Нет, не могу. Не волнуйся, Себастьян. Это просто маленький тихий городок. Тут действительно. Слишком тихий. Я так полагаю, это не первая тварь. Не единственная тварь будет, с которой мы тут столкнемся. Ешь. Привет. Эй! А что за голоса были? Неужели не слышала? Надо проверить. Вы слышали, да? Какой-то голос странный, искаженный был. Во как. Здрасте! Кожа до кости. Ешь. Надо есть. Доедай. Надо есть. Кожа до кости. Ой, приятного аппетита всем смотрящим. Я сказала, ешь! Пиздец. Вот так. Япона мать! Патрон потратил, ублюдок! Именно! Красавчик! Тихий городок, мирный. Просто обалдеть.
Ой! Господи. И чё, её теперь не убить, что ли? На нахрен. Блин, я сделал два выстрела и... Чё это такое? Говно какое-то собрал из жопы. Кейдман. Быстро ты. Узнал что-то новое? Да, узнал. Все это и правда очень похоже на маяк. Здесь люди превращаются в монстров. Черт, что же там произошло? Я не знаю. Но это значит, что Лили могла не просто потеряться. Себастьян. Брось, Кидман. Я справлюсь. Я найду ее. Обалдеть, такая срань. Какой-то прямо резидент потусторонний. Так, ну-ка. Хм. Интересно. А, кстати, тут вот сидит чувак, которому насильно в рот запихали. Он что, живой хоть? Ох, ёп твою мать, а. У него и мозг вытек, и это... Блин. Фу, блядь. Обалдеть. Ахтунг. Так. А чё здесь? А, ну это я отсюда зашел. Так, стойте, 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 стойте. Тут у нас ни хрена и нету. Давайте глянем, что на втором этаже у нас. Ой, блин, а. Крал... Ага, дверца. Да, блин, открывай ты сильнее. Вламываться надо, как ОМОНовец. Господи, что это? И чё? А, порох. Взрывная смесь из селитры, серы и угля, которая используется в патронах. Прошло 12 веков, а он все так же эффективен. Так, компонент используется, бла-бла-бла. Вопрос только в другом. Где мы крафтить будем? А, может быть, эту припадочную стоило ножом завалить? Так. Ну, тут я что-то больше ни хрена не вижу. А если... Ну-ка, давай-ка, ломай. Нет, нет, нет и нет. Ага. Мне кажется, или какие-то звуки издаются. Господи. Блин, ну это, конечно, пиздец. Ай! Миниатюрная сценка, давай поженимся. Вон, грохнули там некоторую ведущую. В количестве 1 единица. Ну что-нибудь тут есть-то хоть, а? Ни хрена себе, это как так надо долбануть, чтобы аж машина качнулась, да? Ничего себе. Слушайте, да мы за какого-то супермена играем, определенно. Ну, будем двигаться дальше. Ой, ой. Атака ближнего боя, так разбить ящики. Да я это уже понял. О, патроны нашли, обалдеть. Значит, тут у нас ящики. Так, порох. Ну, начинают у меня появляться стандартные вопросы в духе, куда оно это все складывает. Так сказать, ну, порох, понятное дело, согласно известной поговорке. А вот куда остальное, это вопрос. Гель, порох. Блин, на джентльменский набор, так сказать, любовника. О, взобраться? Даже так? Так. Почему Е? Почему Е? Я когда жму Shift W, Shift E ни хрена не это. Хм. Странно. Ну и ладно. А может быть, погодите, машину надо завести? Да ёб твою мать, а.
Так. Ну нахрен ты сюда лезешь? Нет, он берет, самостоятельно забирается. Ага, и спуститься. Ладно, будем пешочком передвигаться. О, там еще кто-то. Shift, так, ладно, это я понял. Погодите, тут наверняка травка какая-нибудь есть. Что-то звуки такие, как будто... Это о! Ни хрена себе! У нас там перестрелка. Надо поучаствовать. Ой, там какие-то твари. Вон трава. О, эти бойцы! Анил, спасай! Ой, ёп! Ни хрена себе они быстро его разделали. Чёрт, бойца главного завалили? И эти из Мёбиуса. Кто-то из них уцелел. Что еще за дичь? Эти твари буквально повсюду. Надо в дом вытрясти из парня информацию. Так. Левый контрол действует скрытно. Так, F убивать их скрытно. Так. Я пойду цветок заберу. Смотрите, еще что-то валяется, да? А что если их реально скрытно убить всех? Бутылки, о! Может отвлечь врага. Во, ничего себе, еще и навык удар бутылкой. Так, начинаю новую игру. А где этот навык-то? Стоять. Ну-ка. Ага, вот так вот выбирается, да? Ну ладно, что-то их больно многовато. Охренеть, как просто. Так, тут вот доедают. А давайте попробуем его грохнуть. Так. Вот этого давайте. Блин, он так это... Давай, 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 давай. Опа-на! Ух, ёп. Давай, бери. Собирай, собирай, блин, в какой-то херне реально возимся. На инвалидное кресло, чтобы улучшить навыки? Блин, ребят, это же вообще обалдеть просто. Слушайте, может быть их реально тут всех убить нахер? Зато сколько очков получим? Это же обалдеть. А давайте попробуем все-таки. Так, если я встану, то ни хрена не это. Давайте вот того вот грохнем, коль возможность есть. А интересно, у них радиус действия их ушей какой? А то вдруг окажется, что можно еще побегать рядом с ними. Черт, а? И как же я... Походу их надо всех грохнуть тут, а? И все это дело собрать. От лишних бонусов я бы не отказался. Так, еще бутылка. Давай, 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 давай. Но. Опа-на! Нормально. Так, у тебя чё? Блин, они реально какой-то херней обрастают. Фу, жесть. Ой, блин. Так, а чё с остальными-то делать? По кустам шарится. Надо как-то их застигнуть врасплох. Ага. Так, итого у нас их...
приличное количество тут. Просто обалдеть. Может быть, вот эту вот давайте-ка ударим? О! Так, ну ладно. Глаз такой Саурона, да? Обалдеть. Так, может быть, если я ударю... А никто и не заметил, да? Обалдеть. Так. Я просто сомневаюсь, что я смогу из них что-нибудь тут вообще извлечь. Ну а вдруг? Может быть, попробовать это? Так. Я, честно говоря, даже и не знаю. Во! Блин, а? Блин, а? Ой, блин! Ладно, потом качнемся. Что-то мне не хочется сейчас рисковать. А то я не знаю, как тут ближка работает, и вслепую атаковать не собираюсь. Черт. Ну, ебить твою налево. Открывай нахер. Так. О! Вашу мать. Главное, этот бежал, а теперь это самое, да? Обалдеть. Надеюсь, выдержит. Я тоже надеюсь. Где инвалидное кресло? Мне оно срочно нужно. О. И ящики лутать, оказывается, можно. Только сейчас, да? Ну, обалдеть. Так. В унитазе ни хрена нету. О, аптека. Шприц. Нормально. А ну-ка стоять, я сейчас это... Пистолет сюда. Бутылка сюда. Шприц сюда. Во, нормальный, да, расклад? Прям вообще обалдеть. Ну ты чё, хочешь сказать, что пройти здесь не можешь? Ой. Так. Угу. Подходи ближе. Ладно, успокойся. Не стреляй. Я тебя не трону. Видишь? Можешь опустить пушку. Я на твоей стороне. Ты не из Мёбиуса. Да срать вообще. Тварей, но это еще не значит, что ты на моей стороне. Верно. Я не из Мёбиуса. Но это они меня прислали. Ты видел тварей снаружи? Что они могут? Да, видел. Тебе повезло, твой напарник пожертвовал собой, чтобы ты мог удрать. Не напарник. Он был из службы безопасности Юниона. И защищать меня его работа. А моя работа — починить систему. Мне не платят за то, чтобы я тут сдох. Я не солдат. Я техник. Я знаю. Стой! Стрелять буду! Солдат снял бы с предохранителя. Говорю же. Мы на одной стороне. Попробуем еще раз. Я Себастьян Кастелланос. Я О'Нил. Лиам О'Нил. Значит, ты не из Мёбиуса, но тебя забросили сюда. Зачем? Я ищу свою...
Я ищу, как отладить ядро. Как и ты. Да? Ну, желаю удачи. Я пас. Буду ждать, пока нас не извлекут отсюда. Никто тебя не извлечет, пока не найдут Лили. Что за Лили? Пойми, мы все застряли здесь, пока не отыщем ядро. Поможешь мне? Если предлагаешь пойти с тобой, на меня не рассчитывай. Это убежище, и я не собираюсь его покидать, ясно? Но я дам тебе наводку. Я засек неподалеку сигналы, резонирующие с частотой ядра. Мы искали их источник, когда на нас напали. Вот, послушай. Голос, как у маленькой девочки, да? Тихо. Это она? Ядро? Думаю, да. Но мой коммуникатор поймал множество странных сигналов за то время, что мы здесь. Доберешься до источника, будешь знать точно. И как это сделать? Поймай сигнал на свой коммуникатор. Когда выйдешь отсюда, сам поймешь. Вероятно, ты поймаешь и другие сигналы. Можно будет найти их источники и узнать... Нет-нет. Сперва ядро. Другого пути выбраться отсюда нет. Как хочешь. Свяжем наши коммуникаторы. Я сообщу, если что-нибудь найду. Ладно. Пожалуй, это можно. Ой, блин, тут еще и диалоги выбирать можно. Так. Ага, мышки нету. Ну, давайте... про группу узнаем. Или нет, припасы. Припасы? А здесь опаснее, чем я думал. Не знаешь, где можно добыть оружие и припасы? Я пытался тебе рассказать, но ты не хотел меня слушать. Ну, теперь слушаю. Я перехватил разговор двух охранников Мёбиуса, которые говорили о схронах с оружием. Найдешь их, пополнишь запасы. Может, охранники живые помогут? Я подумаю. Да ладно, я здесь один, и мне нужна защита. Если бы ты не позволил своему защитнику подохнуть... Хватит уже. Я отмечу сигнал на твоем коммуникаторе. Захочешь, проверишь. Мне плевать. Что-то посерьезнее. Ну-ка, давайте-ка узнаем. Эти твари довольно крепкие. Приходится тратить много патронов. У тебя есть что-то помощнее? Здесь нет, но снаружи можно будет найти. Здесь должно было быть мирно. Но Мёбиус и пушки всегда вместе. Не знаешь, где мне найти эти самые пушки? Там сплошной бардак. Вряд ли ты найдешь готовое к бою тяжелое вооружение. Но я видел что-то приличное рядом с брошенным БТРом. Я отмечу точку для тебя, но ты поосторожней там. Вокруг шаталось столько этих тварей. Но это уже интереснее, другое дело. Про группу давайте-ка узнаем. В группе вас было пятеро? До нас сюда отправили еще команду охраны. Ну да. В поисковой группе, да, пятеро. Постой. Ты сказал, было? Я нашел Бейкера. Он мертв. Неудивительно. Он засек мощный сигнал и пошел проверить. А я говорил, что нужно попросить извлечения и сообщить о наших находках. А остальное не наше дело. Но он не слушал. Как же, командир группы. Должен быть храбрее всех. На самом деле, от храбрости до глупости. Один шаг. Согласен. От осторожности до трусости тоже один шаг. Не надо передергивать. Меня не радует его смерть. Я что, по-твоему, совсем скотина? Надеюсь, остальные целы? Я сообщу, если найду кого-то еще. Правда сообщишь? Спасибо. Я буду рад. Ну и к сути дела давайте Значит, перейдем. Здесь уже неделю сидишь? Неужели так долго? Плохо. Здесь время идет по-другому. Мы думали, что быстро управимся. Типа, я буду дома к ужину. Но это место вообще ни на что не похоже. В смысле? Когда ядро идет в разнос, всегда сбои бывают, но... Сейчас творится черт знает что. Здесь все распадается на куски. Есть излучатель стабильного поля, но он работает неправильно. Что за излучатель стабильного поля? Если тебя послал Мёбиус, ты должен это знать. Да, и узнать дополнительно мы не сможем, Значит, да? Здесь уже неделю сидишь? Неужели так долго? Плохо. Здесь время идет по-другому. Мы думали, что быстро управимся. Типа, я буду дома к ужину. Ага. Но это место вообще ни на что не похоже. Блин, а? В смысле? Когда ядро идет в... Ой, господи, пропустить! Если тебе... Все. Так. Ну, короче, типа, это наше убежище, и мы можем бегать там, собирать, да, все дела.
Ой, чего тут только нету. Верстаки. Нормально так, да? Смотрите. Снаряжение так улучшать. Еще детали. Где кресло инвалидное? Так, детали оружия. Компуктер. Тут сохранить предлагает. А ну-ка, если я с тобой поговорить. Говорю. А, скажи! Такой, подошел такой. Ну, говорю. Кофемашина? Во, нормально. Полностью установит здоровье. Давай-ка. Обалдеть. Вот это я понимаю. Ах, горяченькое кофе. Ну, знаете ли, мне этот Куценко больше всего подозрений вызывает. От него надо ждать сюрпризов, я так полагаю. Вот такие дела. Ну ладно, друзья, давайте, думаю, здесь мы закончим. И продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Ссылки на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Всего хорошего вам, крепкого здоровья, приятного настроения. Всем пока.